И я интервью дал юзерам, которые говорят, я вот там типа нашла мужа на этом проекте, это у меня друзья только здесь, у меня нет друзей там в реальности. То есть очень разные люди, и вот для них DeviantArt это больше, чем просто какая-то платформа, это некая, знаешь, философия, что ли. Привет, я Юра Агеев, и это 82-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Уманский. Мы поговорим об особенностях работы в командах без централизации компетенций. Обсудим подход к приоритизации под названием «Stone, Gravel and Sand». И еще поговорим о том, когда лояльность пользователей может стать на пути развития продукта. И что с этим делать. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Андрей, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Да, меня зовут Уманский Андрей, я продукт-менеджер из Киева. Мне повезло работать в 19-летнем проекте, некогда культовым в дизайнерской среде, который называется DeviantArt. Класс. Я сам когда-то залипал на DeviantArt, смотрел всякие арты, как ни странно, но это было достаточно давно. Слушай, проект с очень большой историей, и я слышал, что у вас даже были случаи, когда пользователи пытались бойкотировать нововведение. Давай, наверное, начнем с этой темы. Каково это — работать над продуктом, где пользователи против нового? Слушай, за 19-летнюю, почти 20-летнюю историю проекта чего только не случалось. Так вот, да, действительно, была такая история, как я слышал неоднократно, когда ребята релизили что-то новое, большое, то аудитория пользователей не только там, знаешь, обзывались в комментариях, ругали мамок, разработчиков, продуктов, дизайнеров, но еще и прям собирались под офисом. Офис находился в начале бульвара Голливуд, там, где Аллея звезд, это прекрасная в Лос-Анджелесе, и никто не скрывал никогда офис, и там, говорят, были движухи, люди прям приходили, митинговали. Но и сейчас это происходит, пользователи периодически подписывают петиции против каких-то фичей, пишут в личку, заспамливают Facebook, стенку. В общем, это чем-то действительно похоже на дуров, верни стену. Класс. Слушай, а давай немножко предыстории про проект, вообще, чего он там начался, как так получилось, что у него такая лояльная аудитория? Ух ты, классно как. 2000 год, молодой греческий разработчик Энджело создает форум для шкуроделов. Ужасное слово, конечно, для людей, которые кастомизируют разные программы. Тогда было модно Winamp, да, там музыкальный проигрыватель. Да, да, да. И у него был достаточно скучненький интерфейс. И так вот люди сами перерисовывали файлы, которые содержат визуальную часть UI этого приложения, этого программы Winamp. Соответственно, можно было скачать такую шкурку, скин, как это сейчас называется, да, и переодеть свой Winamp во что-то красивое. И такие вот скины и шкурки, они были абсолютно для всего. Для всех программ, для Windows. Ну, в общем, в те далекие 2000-е годы народ развлекался как мог, украшал свою жизнь как мог. Так вот, этот проект начался с такого форума, где люди выкладывали эти скины. Ну, соответственно, была тусовка вокруг фотошопа, как сделать самому такой скин, как научиться этому. И вокруг этой вот тусовки форума, вокруг туториалов по фотошопу образовалась некая арт-комьюнити. Люди начали выкладывать свои рисунки, нарисованные в фотошопе. И так это все закрутилось, поехало, что ребята потом начали выбирать там лучший арт дня, потом появился профиль, и потом через там буквально 5 или что-то лет это выросло в огромную социальную сетку с профайлами, с галереями, с комментами и так далее. Как сейчас дела-то обстоят 19 лет спустя? Все еще держится, работает? Ну, слушай, да, более чем живее всех живых. Собственно, проект был поглощен компанией Wix 2,5 года назад, что-то вроде того. Вот, и с тех пор Wix влил в него новое... Дыхание. Да, в новое дыхание, новый подход, новый продукт, approach, новую стратегию. И вот как раз ваш покорный слуга вместе с Виксом пришел make DeviantArt great again. Классно. Слушай, ну интересно, за такой огромный период времени некоторые, ладно, очень много продуктов, не будем их сейчас считать, я видел целое кладбище продуктов Google, которые поумирали за такой промежуток времени, да и поменьше, наверное. Какие инструменты использовать для того, чтобы работать с тем, когда пользователи сопротивляются изменениям? Какие лайфхаки? Совсем недавно, буквально там пару лет назад, похожая была история у Кинопоиска, но там люди тогда победили. Сейчас Кинопоиск вроде все-таки обновился, но вот интересно.
Слушай, классный вопрос. Да, действительно, если так вот ретроспективно взглянуть на проекты 20-летней давности, я думаю, у тебя слушатели есть моложе, чем наш проект. Так вот, большинство этих 20-летних проектов померли или почти померли, да, там Yahoo, MySpace, LiveJournal, Combats.ru и прочее. Так вот... Блин, на самом деле не знаю. Давай просто, я не знаю, как сделать так, чтобы ваш проект не умер через 20 лет, я знаю... Нет, это окей, это ладно, давай, да. Как работать все-таки с комьюнити, которая сопротивляется введениям? Мы этому еще тоже учимся. Ну, короче, вот как это происходит у нас сейчас. Собственно, пришел Wix в DeviantArt, и мы начали изучать историю, контекст, аудиторию, контент, какие-то сегменты пользователей. Начали, в общем, понимать проект. Когда мы его поняли, мы начали делать редизайн. И вот когда народ узнал, что скоро будет этот Eclipse, это название нового дизайна, как бы символично, да, затмение старого и возникновение нового дизайна, народ начал реально бунтовать. Притом никто, вот представьте, никто еще не видел даже новый дизайн, а они уже против. Но это, на самом деле, еще на этапе раннего кастдева было понятно, потому что, когда мы общались с пользователями, они абсолютно счастливы, их все устраивает, им нравится дизайн, и на вопрос о каких-то редизайнах они достаточно скептично реагировали, говорили, да нафига, я к этому привык, я тут с 8 класса, все классно и так далее. То есть я уже знаю все баги. То есть реально люди использовали баги как фичи, и об этом были целые спеки, там ситуация такая была. Люди пользовались продуктом вопреки правилам. Когда мы начали первые релизы дизайнов, мы столкнулись с негодованием, хотя обе версии были доступны параллельно. Людям сильно не нравилось ни цвет, ни... Вот вообще все не нравилось. Мы постоянно обрабатываем все комментарии, то есть фидбэки все, да, в разных видах, имейлах, там, в комментариях, например, к апдейтам, к постам. И потом как-то... Комментарии были крайне негативны вначале. Мы попросили дата-аналитиков пройтись, попарсить этих юзеров, и оказалось, что там чуть ли не 80% из этих фидбэков написали люди, которые вообще не видели Eclipse, которые не состоят в группе бета-теста и которые не могут на него посмотреть. Люди, знаешь, ну, баба-яга против. Короче, что мы начали делать? Мы начали работать с комьюнити. Мы определили лидеров мнения, мы определили таких core-пользователей, power-пользователей, которые влияют на других пользователей, и начали с ними советоваться. Создали advisory board, такой некий борт пользователей, к которому мы можем принести прототип, ранний дизайн, UX и посоветоваться с ними. Они начали нас защищать. Они поняли, что их прислушиваются, что мы хотим сделать продукт лучше для них. Они реально начали нас защищать прямо в комментах. Такие появились адвокаты бренда. Собственно, кроме этих адвокатов бренда, мы как став, как сотрудники компании, тоже начали активно комментировать эту всю штуку, всю историю, начали отвечать на комменты, реально делать фичи, которые люди просили, или баги, на которые они обращали внимание. И вот это вот постепенно перевернуло угол наклона с крайне негативных комментариев в общем фидбэков к нейтральному. Ну и после нейтрального вот сейчас начинают появляться уже и положительные фидбэки, и их, наверное, уже там значительная часть. Слушай, интересно, это получается в каком-то смысле работа с энергией, инертностью массы людей, которые, ну, по сути, даже не посмотрели на то, что там им предлагают. Да, да. Ну, слушай, я много вещей пропустил, такое основное, там много работал маркетинг над этим. Мы датировали, делали конкурсы для художников, для пользователей DeviantArt, которые делают обзоры. То есть мы делали так, чтобы новый дизайн, он начал вот к этим вот людям, которые не принимали его, начал проникать через разные каналы, чтобы они приняли эту идею, да, сжили с ней. Комьюнити начало делать обзоры, комьюнити начал какие-то делать скринкасты, какие-то там штуки, они начали активно добавлять... Да, активно добавлять, там, предлагать нам какие-то дизайны, они прям рисовали дизайны, ты представляешь себе? Комьюнити дизайнеров дизайнит свой собственный сервис, да? Да, да, это так и было, это офигенно, мы всегда там врывались в эти посты, чувака поддерживали, автора этого поста там как-то говорили, блин, это крутая идея, всегда у себя там в чатиках перепощивали, в продукт-чатиках там переиспользовали какие-то идеи. Слушай, интересно, вообще звучит как комьюнити важная часть. Можно назвать комьюнити частью продукта? Или вот что первее, что... продукт или комьюнити. Да, слушай, вот это вот уникальная штука DeviantArt, что здесь основной продукт, основная ценность — это как раз комьюнити. Реальная история. Я когда еще не получил офер или уже получил офер, но еще не вышел на работу, возобновил свой аккаунт или зарегистрировал новый на DeviantArt, я тоже с ним знаком, там, здорового Плешилова, качал там всякие иконки, шрифты и какие-то анимешки. Так вот, я зашел на DeviantArt, начал заливать там какие-то свои фоточки, знаешь, то есть вот у каждого человека есть какой-то фолдер, папочка где-то на компьютере, которую можно как-то там скрипя глазами, назвать креативом. Вот я взял эту папочку с креативом, какие-то мои рисунки, какие-то мои фотки, загрузил это на DeviantArt, и такой, типа, вот я мамкин художник, смотрите. И я ничего не делал. Загрузил там, знакомился с функционалом, и ко мне пришли люди. Вот прикинь, сами ко мне пришли люди, начали дарить мне там ламы, это как бы, знаешь, там, типа, с уважением, да. Да-да-да. Вечер в хату. То есть люди начали приходить, там, поддерживать мне комментами, писать, загружая еще, писать какие-то личные сообщения, приглашать в группы, брать мои арты, там, и говорить, вот эта кошечка классно будет смотреться, там, код дня и
куда-то там меня промоутить, мои работы, моих кошек, какой-то там сборник кошки дня, и эта вся штука зажила. Понятное дело, что я как продукт-менеджер такой, а не ботики ли это делают? Потом, как оказалось, нет, никакие это не ботики, это прям люди, которым это очень важно, люди, которые, вот они очень давно в комьюнити, им крайне важно, знаешь, делиться любовью, делиться вниманием с другими пользователями. Такие себе, знаешь, одноклассники для художников. А если все-таки вот про продуктовую сторону поговорить, какие-то метрики у комьюнити вообще выделяете? Ключевые, дополнительные мышки? Да, 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 но это очень тяжело. Но надо начать с того, что мы постоянно делаем сегментацию, постоянно ее переделываем, потому что, как оказалось, на Девиантарте много разных типов пользователей, и кто-то сюда пришел, знаешь, прокачивать скиллы, ну, то есть учиться физически рисовать, кто-то пришел зарабатывать деньги, кто-то пришел, потому что здесь много какого-нибудь Apex, Fortnite контента, и он за этим пришел, потому что он фанат этой игры. Кто-то пришел за какими-то фури-фури, аниме, ну, за какими-то там нишевыми, субкультурными штуками, RPG и так далее. То есть они все слишком разные, для разных целей пришли. Кто-то пришел, потому что ему одиноко, а здесь крутой комьюнити, с кем можно пообщаться. И в этом плане сегменты, какие-то метрики, они будут разные для всех этих сегментов. Слушай, а получается, это вот одно большое комьюнити, или это все-таки маленькие субкультуры, да, хотя сказать, саб-комьюнити такие? Как вы на это смотрите? Ну, слушай, и то, и другое. Просто они по-разному используют сайт, но комьюнити это одно. Угу. То есть, ну это как, слушай, как на Reddit. Есть subreddit и есть Reddit. Это одно комьюнити или это разное? Ты же одновременно являешься и художником, и человеком, который зарабатывает деньги, и, наверное, любителем какого-нибудь фанарта, какого-нибудь аниме, манги или еще чего-нибудь. Угу. Интересно. Между ними нет заборов, и это проблема. То есть в разные моменты времени примеряешь на себя разную роль, и, по сути, сервис выполняет для тебя разные работы, которые ты в данный момент. И вот это сложность социальной сети. Это вот примерно то же самое, что в Фейсбуке. Слушай, кто-то пользуется Фейсбуком по-разному. В Украине, например, не популярен LinkedIn, и Фейсбук у айтишников, ну, у продуктов превратился в профессиональную или полупрофессиональную социальную сеть. Реально, я в Фейсбуке черпаю продукт мысли, нахожу каких-то там, нахожу метапы, то есть там вот такой, знаешь, LinkedIn. Слушай, я сегодня, да, видел как раз в Фейсбуке картинку на Западе, в Европе, в США, на Фейсбуке, где там фотография с друзьями, с пивом, с собакой, а вот в Восточной Европе это как раз вот так, как ты описал, это профессиональная комьюнити, которая там правильные фотографии, правильные посты, вот это все. Интересно. Вот, и, соответственно, понимаешь, для кого-то это профессиональная сеть, да, Фейсбук, для кого-то кто-то там ходит хвастаться своим ребенком, кто-то там находит клиентов, и с Девиантартом абсолютно ровно так же, просто, наверное, в другом масштабе и более сфокусировано на креативных людях. Он слишком разнообразный, поэтому и метрики разные. Но в целом, понятное дело, отслеживаем базовые engagement метрики, комментарии, количество сабмитов, количество фейвов, это вот когда ты себе в коллекцию что-то утягиваешь, количество реплаев, ну, то есть, вот, знаешь, вещи про взаимодействие с другими пользователями. Угу. Давай мы вернемся еще к теме самого продукта. Давай сначала поговорим, как он сейчас создается. Я уже услышал как минимум о наличии двух офисов. Это офис в Украине и офис в Лос-Анджелесе. Да, Голливуд-Лос-Анджелесе. Да, Голливуд-Лос-Анджелесе. Так вот, да, Киев. Лос-Анджелес — это штаб-квартира. Там достаточно большой офис, человек, наверное, 30-40. Потом Киев, Тель-Авив и Ванкувер. Плюс еще огромное количество людей, в основном разработка, но не только. Она разбросана вообще по всему миру. Там, не знаю, Казахстан, Уругвай, Кения, Британия, Канада, Германия, там, или Венгрия, Польша. Ну, собственно, вот такая вот у нас структура. Распределенная команда. Очень. Очень сильно, да. Так, окей. Мы когда с тобой обсуждали вообще историю текущей разработки, ты упомянул про то, что у вас нет концентрации какой-то доменной экспертизы в одной локации. Давай про это поговорим. Почему так специально было сделано или случайно получилось, и к чему это приводит? Да, специально так было сделано. Собственно, давай я объясню всем чуть больше. Есть специализация продукт-команды. Да, я специализируюсь на монетизации. Другие ребята специализируются там на социальных, на комьюнити. Еще одна команда специализируется на контенте, на взаимодействиях с контентом. Но эта команда состоит, по большому счету, из продукт-менеджера, UX, UI, QA и аналитика. Ну, если так совсем кратко. Вот. А дев-команда, она как бы с нами, но как бы отдельно. То есть разработчики не закреплены за продуктами, за командами и за экспертизами. Ну, естественно, какая-то накапливается, и кто-то в конце концов становится экспертом в чем-то, но, ты знаешь, это не правило, а скорее исключение. Что важно отметить, у нас в локалях, вот в городах, где наш офис, это не центр одной команды. То есть команда вот монетизации, это там больше 10 человек. В Киеве сидит 3. Продукт, UX, UI. Все остальные, притом в Киеве есть разработка, и там есть другие специалисты, и тот же аналитик
Киев в Киеве, но его специально не ставят в киевскую команду, чтобы мы были вынуждены общаться кросс всех офисов. То есть любая команда, она равномерно раскинута по всем офисам, плюс удаленщики. Что это дает? DeviantArt — это такой клубок функционала. Вот очень сложно разделить его, наверное, как любой другой большой продукт. Его очень сложно, так знаешь, равномерно порезать на равные куски и сказать, вот вы делаете монетизацию, а вы делаете комьюнити, и там не пересекайтесь. Очень много пересечений, прям крайне много. Ни один продукт не делается в стендалон режиме. И чтобы происходило обмен, чтобы не происходила консервация внутри этих офисов, чтобы не происходило, знаешь, такие внутренние замыкание, течения информации, да-да-да, в каком-то одном конкретном офисе, нас специально вот так вот пересекают, чтобы мы всегда вынуждены общаться, вынуждены обмениваться информацией. И это вроде бы работает, потому что таких случаев, когда мы чего-то, знаешь, когда команда что-то выкатила... Слушай, на моих прошлых работах очень часто я понятия не имел, что делает соседняя команда. Здесь такого вообще нет. Вот я правда всегда знаю. Это далось тяжелой ценой, но это реально дает классные эффекты, потому что мы можем синхронизироваться, мы можем резко менять приоритеты, и мы можем точечно влиять друг на друга. Ну, по сути, если так задуматься, вы как команда монетизации получаете агентов влияния... Да. На монетизации в каждом из офисов. Спасибо тебе. Да, ты вот высказал мое мнение прям лаконично и так, как надо. Да. Классно. Так, окей. А вот ты говорил что-то про цену. Чем пришлось заплатить за это, чтобы добиться такого? Ну, это очевидно. Всегда лучше, легче общаться с человеком на своем родном языке, который сидит у тебя там под боком, и толкнуть его локтем, пнуть ногой и дать подзатыльник. А тут так это не работает. Потому что разная культура, да, понятно, Тель-Авив, а Штаты и весь мир. Разная культура, разные часовые пояса. То есть вот у меня сейчас был митинг, еженедельный митинг команды, и там были люди из 5-6 тайм-зон. И так всегда, так практически всегда. Вот в этом-то разница. Разница в цене коммуникаций. Мы вынуждены переплачивать на вот этом вот delay, на задержке ответа, для того, чтобы принять какое-то решение. А вот про культурные особенности, как они влияют на работу? Ну вот помимо тайм-зон, окей, это физическая, да, скорее нагрузка такая, когда тебе приходится там 8 часов вечера по твоему местному времени сидеть на созвоне. Угу. Такое редко бывает в обычной работе. А что еще? Наверное, что-то с когнитивной перегрузкой, нет? Разные люди. Вот я хочу сделать одно замечание, когда ты говоришь «обычно». Украинский IT-рынок, он экспортно направленный в большинстве своем, поэтому как раз для украинских продуктов это понятно. Нормально, это привычно, да? Окей, ладно, для меня необычно. Вот. Слушай, здесь ничего нового, да? Я думаю, многие знают про эти культурные отличия, и я вот сейчас, мы когда с тобой предварительно об этом поговорили, я задумался, поанализировал и понял такую штуку, что когда люди умеют работать в ремоуте, да, мы нанимаем разработчиков, людей, которые хотят ремоут и умеют там работать, они умеют сглаживать культурные особенности, они умеют работать хорошо, но там всплывают просто персональные, личностные какие-то характеристики, и из-за того, что человек ремоут, ты не всегда его понимаешь. Вот. Ну, это базовое. Если говорить про какие-то культурные отличия, есть классная поговорка. Это кто-то из наших фаундеров или CEO ее рассказал. Знаешь, какие различия между израильской и американской армией? Если американская армия идет, десантируется, и у нее задача захватить какой-то аванпост, и она доходит до реки, она останавливается, звонит командиру и говорит: командир, тут река, что делать? Израильтяне доходят до реки, как-то там перелазят через нее, потом доходят до аванпоста и говорят: аванпост взяли, там была река, мы ее там перепрыгнули. Вот. Вот это вот такое есть, знаешь, ментальное культурное отличие. Но опять же, мы давно уже все работаем вместе, и мы научились понимать друг друга. Интересно, да. Из другого опыта я недавно работал с китайскими ребятами, и вот там вот культурные отличия сильно влияют на процесс. Если так кратко, то китайцы не умеют говорить «нет», им по культуре нельзя говорить «нет» клиенту, партнеру или еще кому-то, и они просто, если я что-то их прошу, они вместо того, чтобы ответить «нет», просто исчезают. Вот они игнорят все мои письма, сообщения, игнорят звонки, но потому что им нужно сказать «нет», они лучше сделают вид, что они в домике, что не снежинка, чем скажут «нет». Слушай, я что-то слышал такое, это про потерю лица. У них это называется лицо или как-то так. И... Да, да. Вот. Mm-hmm. Вот эта тема, и она правда очень сильно замедляла нам проект. Это было очень тяжело. Окей, а вот если все-таки по опыту, как вы, не знаю, добиваетесь производительности? Ну вот помимо найма людей, которые умеют работать удаленно, мне кажется, тема отдельного разговора, как выявить таких людей, не нанимая их. Точно. Слушай, ну это некий, это был тернистый путь. Вначале все было достаточно плохо, сильно хуже, чем сейчас. К чему мы пришли? Начну, наверное, с таких глобальных вещей. Первое — это ежегодная личная встреча. Команда вся встречается раз в год в штаб-квартире, неделю работает, тусит, вечеринки, общение. И это реально позволяет, когда ты видишь, знаешь, там не юзер-пик в Slack'е, а реально живого человека, совсем все по-другому начинается, вот правда. Вот появляется это взаимопонимание. И вот тут вот как раз культурные особенности отходят на второй план. Ты понимаешь хоть чуть-чуть характер этого человека, да? Ты представляешь его живым. Это классно работает. Кроме этого, это
вот конкретно такая вся команда слетается. Кроме того, вертикали, ну, например, все дизайнеры, там, все продукты тоже периодически, все разработчики периодически встречаются и делают свои офсайты. Это тоже помогает знакомиться, делиться знаниями, опытом, практиками и так далее. То есть личные встречи must have, да, то есть компания пытается экономить на удаленке, а потом эти все сэкономленные деньги тратят на командировки. Но это типа цена. Что еще? Еженедельные синхронизации команды мы делаем, и они обязательно с видео. И это начало работать. То есть все включают камеру, и тогда ты чуть лучше понимаешь контекст человека, ну и, собственно, его эмоции читаешь, да, чуть более заинтересован. Канал, да, информации. Да, да, да. И притом очень важный, очень важный. Ты понимаешь, человек расстроился, он радостно это говорит или нет. В общем, не додумываешь, это очень важно. Ты не строишь ложных ожиданий. Что еще? Любой митинг, митинг-ноутс для любой встречи. Страшно тяжелое правило, потому что оно еще очень часто ложится на плечи продукта. Я вот должен написать сейчас. Пишет заметки, да? Да, да, да. Я сейчас должен писать meetings notes, а я делаю все, что угодно. Видишь, нахожу причины это не делать. Это позволяет, знаешь, сохранять какую-то информацию. И мы из Slack и email перешли в нашу тикет-систему. То есть любой вопрос-ответ, который несет ценностную информацию, переносится в тикет. Это да, тоже позволяет... Документация действий такой, да, вытаскивает? Да, 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 вот именно так. То есть мы можем общаться в Slack, можем созвониться по-быстрому, если в течение там, 50 минут мы в Slack не можем найти общий язык, мы созваниваемся. Ну и вот еще одно правило, которое мы начали сейчас вводить, и оно действительно работает. При инициации, при зачатии новых продуктов, больших каких-то, мы бросили эту бестолковую идею делать это ремоут. Мы слетаемся в одно место, ну там продукт, дизайн, маркетинг, какой-нибудь вижн, там главной стратегии, мы работаем вместе. Потому что брейнштормы на удаленке мы много раз пробовали, много раз делали. Крайне плохо работает. Легче собраться всем на неделю в одном из офисов в Тель-Авиве, в Киеве или в Лос-Анджелесе, поработать и разлететься, и тогда вот продукт запускается. Почему так, вот как думаешь? Почему? Да, чем удаленка не устраивает? Ну, типа, есть Zoom, так бы включили бы камеры, сели все 20 человек. Когда у тебя бинарные ответы, и ты выбираешь между да, нет, так или так, Zoom вполне достаточно. А вот когда у вас идет реально брейншторм, поиск идей, обсуждение миллиона концепций, то уже видеосвязи уже не хватает. Наверное, потому что мы все, кроме американцев, не native спикеры, и это тоже влияет на какую-то, знаешь, передачу контекстов. Приходится немного чуть больше времени тратить, чтобы передать, именно выразить свою мысль точно, с какими-то нюансами. Кроме того, к сожалению, пока что не существует нормальных инструментов такого нормального, знаешь, whiteboard, который на стене висит, за которым можно собраться, порисовать формочки. Они есть, но у нас не получается работать в удаленке, оно не чувствуется этого, знаешь, командного взаимодействия. Когда мы стали, там, нарисовали какие-то блок-схемы вместе, вместе ее по брейншторм, задавали друг другу вопросы. Вот. Ну и, собственно, часовые зоны, это очень, очень важно. Смотри, у меня вчера митинг был в 9 вечера. Я, честно говоря, был уже такой приплавленный, мягко говоря. А у ребят это, типа, 10 утра. Они живчики, они... бодрые, да. Они реально меня продавливают. Мне просто нет физически сил с ними спорить. А это ж, типа, понимаешь, продукт-менеджмент он такой. Ты либо отстаиваешь свою позицию до конца, либо ты хреновый продукт-менеджер. Вот тяжело быть хорошим продукт-менеджером в 9 вечера. Тяжело доказывать, что ты прав, что данные на твоей стороне, что инсайты на твоей стороне, когда у тебя 9 вечера был адский день и так далее, а у них 10 утра, и они с кофем и с завтраком довольны и счастливы. А у тебя там еще ребенок спит, знаешь, в соседней комнате. Слушай, это просто, ты орать не можешь на них, а это очень важно. Кстати, особенность межкультурного отличия, ребята из Израиля, они очень громкие, творческие, креативные. И они вот когда собираются на одном митинге, они громко с друг другом одновременно все разговаривают. Поначалу мне это было тяжело, я прям проигрывал им эти митинги, я не понимал, что происходит. А потом я привык, я точно так же с ними ору, машу руками одновременно со всеми сразу. И мне такие все типа, опа, чувак понял, как надо общаться. И вот так вот вопросы решаются. То есть очень эмоционально. То есть поначалу я думал, что люди ругаются. Первый мой визит в офис, я вижу, как там head of products, head of design просто чуть готовы глотку друг другу перерезать. Прямо орут друг на друга. А потом они встают, пьют кофе, обнимаются. Ну, знаешь, люди так общаются, это нормально. Слушай, это кайф. Процесс притирки, да, по сути, привыкания к этим небольшим, но на первый взгляд очень важным отличиям, да, которые потом оказываются просто нюансами небольшими. Да, то есть пока ты их не понимаешь, пока ты их не знаешь, ты можешь неверно интерпретировать происходящее и, соответственно, сделать неверные выводы, построить неверные ожидания и в конце очень жестко обломаться об реальность. Окей. Слушай, а что про трансляцию ценностей между разными, по сути, культурами. Ну, насколько одни и те же вещи, условно, принятие решений делать вот это, ну, типа, они отличаются культуре и культуре. Есть ли такие вообще штуки? Или все цифрами закрывается? Это винегрет. Это реально салат, оливье из всего вот этого. Я не верю... Слушай, сейчас все говорят, что нужно быть не дата-дривен, а дата-информд. Это я вот прям большой проповедник и агитатор конкретно этой концепции. Потому что в моем опыте, когда мне аналитика дает с уважением к аналитике, когда
мне аналитика дает какие-то данные, я лезу их перепроверять, всегда находится какой-то нюанс. Не тот, не учел какой-то статус, посчитал как-то там не в том сегменте, еще в чем-то. И всегда данными легко можно манипулировать. Поэтому нужно быть data-informed и работать с данными как с неким инсайтом, но не как с to-do-листом. Так вот... Язык данных понимают все. Не совсем тебя понял. Ну, это вот к вопросу про восприятие ценностей там, межкультурное. Получается, что когда ты берешь данными, это... Ну, да, но это жонглирование данными. Слушай, это все зависит от того, как ты в презентации обрежешь график, ты покажешь рост просто. То есть на пару процентных пунктов ты можешь показать, как огромный скачок, как что-то маленькое. Тут в другом дело. Смотри, мы соцсетка. Соцсетка художник, то есть аудитория такая креативная, плохо предсказуемая, боли тоже размытые, потому что люди приходят со слишком разными ролями, слишком разными болями, а многие просто приходят как... Ну, то есть это тоже боль развлекаться, тратить время, находить друзей, но радикально разные вещи. Соответственно, фаундер, роль фаундера, его вижен, его стратегия играют огромнейшую роль вот, для принятия решений. Соответственно, это комбайн всего. Комбайн каздева, то есть мы берем что-то с каздева, какие-то инсайты, какие-то мнения, берем, собираем кейсы, смотрим, как чем-то похожим уже пользуются, какими-то воркараундами. Слушай, Девентар — это такой некий конструктор. Ребята тут в ролевые игры играют. Прям вот в текстовые ролевые игры. Люди персонажев, как знаешь, вот в инвентарии делают, одевают персонажей даже разными айтемами. Тут это невероятное количество крутых субкультур и всяких штук, поэтому они уже как-то это все используют. Мы собираем эти кейсы, приносим это все фаундеру, там маркетинг, есть комьюнити люди, которые как раз отвечают за то, что они знают комьюнити и являются его адвокатами. И вот это вот все такое, как я уже рассказал, в эмоциональном митинге, где все кричат на друг друга и одновременно говорят, вот это вот все вместе складывается в один продукт. Окей, а как идет при этих всех условиях приоритизация того, что все-таки надо делать? Классный вопрос. Сначала мы приоритизировали, как все, считали estimate, считали какой-то impact на продукт, какие-то деньги, это все делили, находили некий такой, знаешь, некую стоимость дня разработки, возможное влияние на продукт, и вот этим всем жонглировали, используя размеры футболок как эстимацию и так далее. Потом, сейчас мы ушли от этой модели, пришли к прикольной модели, она называется Rock, Sand and Gravel, если кратко, это какая-то то ли английская, то ли американская поговорка о том, чтобы... Это самопальный, фреймворк, вы не найдете его на Хабре. Короче, американская поговорка... Возможно, самое время, да. Да, американская поговорка про то, чтобы впихнуть невпихуемое в бочку, нужно правильно укладывать вещи. Сначала нужно уложить большие камни, которые у нас рок. Нужно уложить мелкие камни, типа щебенка, это вот гравел наш. Это все дело потрусить, и потом засыпать песком и еще раз потрусить. И вот это вот способ, когда в одну емкость влазит больше, чем если это все засыпать в другой очередности или как-то хаотично. Потому что, ну, понимаешь, песок там везде просыпается, камушки везде просыпаются, они все утрясаются, укладываются, вот так вот происходит. Как вот теперь от этой вот аллегории перейти к приоритизации продукта? Мы, как продукт-команда, вместе с фаундером, вместе с Head of Product формируем список вещей, в которые мы просто очень сильно верим. Это вот эти вот камни огромные, валуны. Подключаются данные, анализируем, делаем маркет-ресерчи, сравниваем с конкурентами, все это смотрим на стратегию, так считаем деньги. Получается просто направление, в которое мы верим. Неважно, сколько они стоят. Некоторые из них реально стоят там типа год разработки, ну просто огромные, просто, знаешь, новый проект здесь построить. Вот. Мы их взяли. Все, мы составили список этих камней. Потом взяли камни поменьше. Камни поменьше — это то, что продукт-команда, каждая экспертная в своем домене, считает важным. То есть я там для монетизации понаходил какие-то небольшие вещи, в которые я верю, да? Я их тоже поставил. Ихнее влияние меньше, чем вот эти камни. И, кстати, камень — это не означает задача на год. Это означает, что влияние, потенциальный эффект от этой задачи огромный. То есть у нас были камни, которые делались пару часов. Ну, потому что там просто мы там колоссально поменяли engagement с помощью просто другого способа коммуникации цены, да? И вот это тоже огромный, типа, камень. В общем, взяли щебеночку, это то, что я во что-то верю, что не так сильно влияет. А песочек — это то, что прилетит. Всякие там GDPR и так далее, то есть мы это не планируем. Вот. Соответственно, есть эти два списка. Теперь начинаем делать огромные камни. Что значит начинать делать? Это значит, мы ресерчим продукт, по принципу Парето находим тоже квиквины, да, что нам за 20% времени даст 80% результата. Наибольший, да, результат. Да, и вот это и делаем. Вот так вот это. А между огромными камнями, то есть мы сделали одну большую фичу, да, там по влиянию, опять же, не по эстимейту. Между нее всунули какую-то командную хотелку, вот этот кусочек щебеночки. Ну, а песок, он всегда сам прилетает, ты же знаешь. Слушай, интересно, то есть все-таки это попытка отыскать вещи, которые дадут наибольший импакт, отдачу.
по сути. Да, ну, да, да. И, слушай, мне это чем-то напоминает Spotify ритм, вот, наверное, отдаленно как-то. Или океары, вот это вот что-то про это же, наверное. Ну, а про оценку вот этой самой отдачи, на каком она, на уровне... То есть, есть ли какая-то математика за этим, или это на уровне восприятия команды? Опять же, то и другое. Социальная сеть плохо предсказуемая. Правда, очень плохо предсказуемая. Есть математика, мы считаем, сколько пользователей, строим какие-то бизнес-модели, но в этом всем есть некое, знаешь, такое разумное зерно. Нормально делай, нормально будет. В том плане, что мы не делаем математику ради математики, модель ради модели. Некоторые вещи делаются, потому что мы все в них очень верим. Там, начиная от фаундера, заканчивая всей продукт-командой. И там просчитывается. Мы строим модель, смотрим, как это для понимания, но это не является нашим единственным сорсом, источником правды. Опять же, да, это не B2B, это не funnel продукт. То есть у нас нет покупного трафика. У нас весь трафик органичный. То есть немножко по-другому это все работает. Слушай, ну получается, что вот действительно большая часть потом еще от восприятия аудитории будет зависеть. Да. То есть вы что-то предполагаете. Хотелось бы вернуться все-таки к вопросу, да, какого-то исследования этой самой аудитории. Как вы, по сути, пытаетесь предсказать, как вот эта вот вся машина, огромный механизм большой, он поведет себя в случае изменения вот внешних условий, которые вы управляете? Слушай, это не механизм, потому что механизм живет по законам механики. Организм. У него есть организм. А, да, это еще не изученный организм, потому что мы не знаем, что будет, если оторвать ему ручку. Да, там вылезет две других или голова отсохнет. Даже неизведанное животное или там слишком сложная какая-то вот биологическая. Ладно, окей, сейчас мы уйдем в зерков, в Старкрафт или еще во что-то. В следующий раз. Смотри, еще раз. Делаем каздев. Всегда начинается продукт, делает много каздева, не только личного, но и видеозвонки, даже чат-переписка с нашими пользователями, это тоже все работает. Да, там выборка какая-то идет из групп вот тех сегментов сообщества, о которых ты говорил, или как? Ну, it depends, да. It depends. Это сильно зависит от того, какой продукт. Соответственно, продукт понимает, какая ему аудитория нужна. И он либо делает реквест кому-то аналитику, чтобы ему дали выборку пользователей, либо он сам знает, как их найти. Там, не знаю, в нужную группу сходить, в нужную субкультуру, сообщество или там в серче что-то поискать. Вот. И дальше начинается уже контакт. Первый контакт идет через внутреннюю систему сообщений. И там, если человек соглашается, на видео делается видео. Иногда мы делаем личные face-to-face сессии. Иногда даже для этого ездим куда-то, там, типа Лос-Анджелеса. Да, и собираем там кучу художников, прямо такой огромный, крутой процесс, как мы это все, как проходят все эти интервью. Вот, после каздева идет такой некий продукт, там, Discovery Research, Market Fit, мы смотрим, как там, что на рынке, как тренд рынка, конкурентов, ищем внутри своей системы инсайты, что этим уже пользуются, что уже это как бы работает, только нужно дать хороший инструмент, считаем деньги, дальше UX, там начинает UI свой research, собирают визуальные и интерфейс на какие-то инсайты. Ну и, собственно, потом, там же дальше несколько вариантов. Мы можем создать прототип или кликабельный, ну, то есть HTML прям такой, знаешь, на быструю руку. Либо в Акшуре кликабельный прототип. И мы вот идем к юзерам. То, что я говорил, к Advisory Board. Знаешь, это борд советников. Это там 100 самых авторитетных пользователей, да? Не обязательно это художники. То есть они из разных сегментов. Кто-то рисует, кто-то, знаешь, устраивает конкурсы, там, комьюнити-мастер такой. Кто-то, не знаю, много там покупает, чатится и так далее. То есть тут, в общем, идем к пауэр-юзерам, и они дают нам какой-то фидбэк. Ну и, собственно, дальше уже, как обычно, включаем на какой-то сегмент пользователей, на какой-то там процент, АБ-тесты. Ну, в общем, там уже классика продукт-менеджмент. Окей, давай говорить про деньги. У вас не просто комьюнити, не просто социальная сеть. Вы как сервис еще должны зарабатывать. Правда, что ли? Так и вот, давай поговорим про то, как, собственно, комьюнити, люди реагируют на монетизацию вообще. Как вы запускаете новые фичи? Успешно ли сейчас? Слушай, понятное дело, успешно, я же их делаю. А если серьезно, то комьюнити сейчас очень позитивно реагирует. В чем история, да? Напомню, у нас был старый сайт, такой зелененький, его многие, ребята, многие не помнят, не знают, да, не могут определить продукт по названию, но вы точно там были. Если вы гуглили какие-то картинки, да, то вы по-любому были на DeviantArt. Такой зелененький сайт, и там было миллион картинок, и кнопочка скачать. Так вот, когда мы начали выкатывать эту новую версию для того, чтобы купить ужасное слово, для того, чтобы получить расположение аудитории, чтобы получить у них кредит доверия, мы им отдали все платные фичи. То есть у нас на сайте была реклама, мы за что мы брали деньги? За отсутствие рекламы и за наличие определенных функций, да, там, например, возможность кастомного
кода у себя в профайле. То есть там были профайлы со снежинками, профайлы черные. Ну, то есть люди просто меняли CSS. Притом это было... Сначала это было баг. Много лет назад заметили этот баг. Поняли, что его люди... Короче, был реальный баг. С помощью какого-то инжекшена можно было изменить HTML своего профайла. Другие люди начали платить другим пользователям. Пользователи начали платить другим пользователям, чтобы им делать кастомные JS и CSS штуки, чтобы они меняли свою страничку. Эту штуку потом завернули в фичу. Ну, собственно, вот. Много было, короче, таких уникальных фичей для платных пользователей. Мы их всех сделали бесплатными. И такие, типа, вот, вот вам новый Eclipse, вот вам новый дизайн, и теперь все, за что вы платили, бесплатно. Понятное дело, не обрадовались. Вот, и теперь моя задача, амбициозная, такая классный, крутой челлендж, придумать монетизацию практически с нуля. У нас остался транзакционный бизнес, он никуда не делся. Да, там мы берем комиссию за транзакцию внутри системы, но понятное дело, что subscription, подписка, вот это вот ядро монетизации. И то, почему люди покупают подписку, мне теперь нужно придумывать с нуля, и я, собственно, этим и занимаюсь. Какие-то успехи или это только на старте? Слушай, ну, есть определенные успехи, некоторые большие продукты начинают уже взлетать. История в том, что у нас продолжается жить еще две системы равномерно, и это, кстати, тоже обязательная история для трансформации пользователя, для перехода пользователя со старой системы в новую. Вот почему Кинопоиска было плохо, потому что они выкатили просто новую версию, и, по сути, люди были не готовы. Мы это поняли, мы учли эти уроки, поэтому у нас две системы одновременно работают. Соответственно, достаточно тяжело еще... То есть я не могу однозначно сказать, что мои новые продукты выстрелили, потому что влияние старого еще кое-как осталось. И я не хочу сейчас замешивать это все. Вот. Ну и, собственно, знаешь, что самое главное? Во, кстати, вот это мы пропустили, и то, почему Кинопоиск, наверное, если я правильно понимаю всю историю, профейлился. У нас, кстати, Кинопоиск уже был тогда отключен, когда это произошло, поэтому я могу знать историю не полностью, потому что он входит в холдинг Яндекса, а это как бы ай-яй-яй. Так вот, Кинопоиск зассал, привет, продакт-менеджер из Кинопоиска, и откатился. А мы не зассали. Ну, то есть мы сказали, окей, ребята, все будет. И в начале первой версии, первый билд вот этого Eclipse, он был, ну, так себе. Но мы протерпели, сегодняшние мы перетерпели, и это дало шанс пользователям привыкнуть и начать пользоваться продуктом и увидеть в нем преимущества. А DeviantArt в прошлом неоднократно пилил классные фичи, классные редизайны, выкатывал их и откатывал назад, потому что аудитория начинала бунтовать. Ну, соответственно, понимаешь, да, то есть вот в этом вот история, что нужно. Ну, это такое волевое решение, которое просто открывает тебе путь, по сути, для развития. Да, и это некая жертва. Это некая жертва, потому что при каждом крупном релизе часть аудитория отваливается. Потому что есть всегда радикальная группа, которая недовольна, и она уходит. Но тут нужно взвесить просто долю этого аудитории и потенциал новых пользователей. И пока что, кстати, у нас новые пользователи офигенно перформят. Это прикольно. Это тоже к вопросу понимания своей целевой аудитории, только, наверное, немножко с другой стороны. Это вот, сейчас приведу пример. Мы делаем конференции, и по некоторым конференциям мы продаем видеозаписи конференции, точнее, доступ к трансляции, потом видеозаписи. Так вот, эти видеозаписи просто выкладывают на торрент. Я надеюсь, сейчас все не кинулись их искать. Вот, но тем не менее, они там есть. И, по сути, просто это не наши клиенты. Ну, типа, окей, да, оно там есть. Те, кто ценят, условно, работу других людей там, по подготовке докладов, по организации мероприятия, работу в виде операторов, черт побери, да, то в каком-то смысле, ну, то же самое, кажется, и здесь. Те люди, которые противятся изменениям, они, по сути, не могут стать частью нового DeviantArt. А DeviantArt тоже как продукт. Да. Хочет развиваться. Слушай, а возвращаясь к торренту, ну а в чем проблема? Ну то есть это бесплатная реклама для тебя. Твой и в том продукт... числе, да. И в том числе. Слушай, заметь, твой продукт — это не видео. Я тебе скажу честно, я много хожу на конференции, и вот эти видео я разы смотрел. Но правда, на этого нечто не хватает воли. У тебя всегда есть выбор перед чем-то другим. Твой продукт — это конференция. Netflix побеждает, да. Ну, если вот. Компетенции за время на просмотр видео. Ну, смотри, да, у тебя на одной чаше весов ведьмачок с «Заплатите монетой», а на другой там какой-то поток конференции «Make Sense». Ну, слушай, у тебя шансов нет вообще, ноль. Здесь, да, здесь очень сложно. Очень. Соответственно, да. Слушай, ну вот это же вот эта вот история. Если ты не можешь победить мафию, возглавь ее. По сути, в проекте DeviantArt мы это и сделали. Вместо того, чтобы переламливать пользователей через колено и так далее, мы сказали, окей, мы выбрали лучших, начали с ними работать персонально, и они вот стали нашими адвокатами, и это охрененно работает. Так ведь, что больше, мы продолжаем это делать. Мы вводим новые методики. Например, сейчас у нас есть программа, по которой какой-то крутой художник из сообщества приезжает к нам в офис, живет у нас в офисе неделю, рисует какой-то арт. Мы его там перерезаем ленточку, вешаем у нас в офисе, а он все это время стримит из офиса, пишет какие-то посты. То есть вот он делает нашу компанию открытой. И это прям очень круто. Ну и в том числе он подогревает интерес остального сообщества, по сути, к компании. Да, да.
Да, это очень важно в случае с DeviantArt. Потому что, слушай, за 18 лет я интервьюировал юзеров, которые говорят, я вот там типа нашла мужа на этом проекте, это у меня друзья только здесь, у меня нет друзей там в реальности. То есть очень разные люди, и вот для них DeviantArt это больше, чем просто какая-то платформа, это некая, знаешь, философия, что ли. Слушай, это очень круто, интересно вообще. То есть это проекты с социальной составляющей могут только прийти к такому уровню вовлеченности аудитории, получается. Ну, да, ну представь антивирус, из-за которого люди познакомились, женились, родили детей. Ну, нет, это нереально. А это специалист, который приходил устанавливать антивирус. Знаю этих. Я тоже смотрю Pornhub, да-да-да. Слушай, на самом деле твой продукт с конференциями точно такой же. Ты можешь там вести отдельную стойку спид-дейтинга и потом через 10 лет, через 20 собирать, вот, знаешь, продукт-фидбэки о том, что мы познакомились на твоей конференции, и теперь всегда на нее ходим парами, и у нас семейный абонемент. Класс. Я уже не говорю про возможность потенциала свингер-вечеринок. Это, возможно, это одно из продуктовых направлений конференции в будущем, но пока мы придержим ее в бэклоге, пока нам сообщество не подскажет верного направления. Слушай, ты же знаешь концепцию, нужно тестировать всегда самые рискованные гипотезы, поэтому начни с самых рискованных. Хорошо, подумай над этим. Круто, Андрей, спасибо тебе большое, что нашел время на подкаст. Слушай, спасибо тебе за инвайт, респект, классный подкаст. Классно, ну тогда до встречи. Увидимся на твоих конференциях. А то, пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Андреем Уманским мы поговорили об особенностях работы в командах без централизации компетенций, обсудили подход к приоритизации под названием Stone, Gravel, Sand и поговорили о том, когда лояльность пользователей может стать на пути развития продукта и что с этим делать. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Если вам понравилась информация, которая прозвучала, и вы считаете ее полезной, поделитесь выпуском со своими друзьями, знакомыми, пошарьте в соцсетях, ставьте комментарии и оценки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о нем. Это был 82-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!